тот раз у меня была курица, было пару салатов и какие-то были вроде бы тарталеточки. Я думаю, в этот раз на самом деле прям так готовить, прям так, ну и нет смысла. Таких пару салатов аккуратненьких, таких маленьких, там уже такое маленькое блюдце такое сделать. Какое-то такое, типа, может быть, основное блюдо, это либо какое-то мясо, типа, либо какие-то отбивные, и какая-то такая нарезка, там, сыр, колбаса, пару фруктов-то и все. Ну, такое, знаешь, типа, аккуратненько. Картошку по-французски, кстати. А это совмещение, знаешь, типа, и картошки, и мясного блюда. Голубцы, оливье, шуба, та и мяско поджарить. И картошки еще сверху сварить с укропчиком. Не. А вот тут можно будет аккуратненько сейчас типа совместить мясо по-французски. Очень даже интересная темочка. А ну-ка, подожди-ка. Это там просто мясо, ну типа просто филешка куриная, эти ананасы с сырочком сверху затереть, помидорчиком, ведро воды и охапку дров. И все, так, а ну-ка. Заходим на ютубчик, ищем какую-то взрослую женщину, которая готовит мясо по-французски. Мясо по-французски из свинины, с картошкой, с курицей, с ананасом, с грибами делаем по-любому 100%. И давайте, наверное, с ананасом делаем и грибами. Такую темочку по-любому. Так, мясо по-французски с грибами. Так, тыры-пыры. Нам нужна какая-то женщина. Все, побеседуем на кухне. Всем привет, мои дорогие подписчики. С вами, как всегда, я, Ольга Коваленко, и мой канал «Побеседуем на кухне». Сегодня мы с вами будем готовить... Пальчики оближешь. ...готовить мясо по-французски с грибами. Для приготовления этого блюда нам потребуется 700 грамм свинины, 500 грамм шампиньонов, 300 граммов сыра, картофель 10-12 штук, 2 луковки, соль, перец по вкусу, немножко растительного масла для того, чтобы... Корейская морковка, мандарины, твердый сыр, яйца, майонез, соль. А мандарины, мне кажется, это что-то там, наверное... Не, ну, я как бы люблю совмещать несовместимое, но не... Ну, допустим, типа, знаешь, вот курица и ананасы, это такое, более-менее совместимое. Но курица и мандарины, я думаю, это такое, типа, знаешь, прям экзотика. Смазать форму и приблизительно... Короче, я буду его готовить с курицей, по-любому. 200... Объем где-то по полсантиметра. Картошку мы, короче, так нарезаем плотненько. Ее масечком, специями, всеми приколами. Тыры-пыры смазали, сделали, грубо говоря, отбивнушечки аккуратненько. Я буду делать с курицы. Грибочки вот так вот аккуратненько, шампиньоны. Шампиньон! И ты не ешь грибы! Еще возьму ананасиков аккуратно. Пальцами. И вот такую же филешечку, ананасик. Грибочек, цибулечку натираем сырочком. Сыр натираем на крупной терке. Это примерно половину картофеля. Так, выкладываем. Смазали масочком, картошечка, потом сверху филешечка. Выкладываем лук. Потом ананасики, лучочек, грибочечки. Можете сделать три лука. А мазиком мы там еще смажем аккуратненько. Мазик возьму по-любому спорт. Есть такой мазик спортивный, диетический, как говорится. Видишь мазик спорт и думаешь, Ну, let's go, попробуем, как говорится. И сверху на грибы выкладываем оставшуюся часть. Что, дорогой? Да такой же, как и все мальчики, братуха. Вроде была женщина, гонит, побеседуем на кухне, тут мужские руки, тупо часы полетели. Так, все, сыром затерли, как говорится, и... Минут мы достали. Насколько, подожди. Так, прошло 35 минут, мы достали наше мяско. Я потом, короче, узнаю у мамы, как оно по времени. Убираем фольгу. Как засыпаем все сырком. И потом еще в духовку, да? На минут 20, наверное, 15. Наш сыр немножечко расплавится. Ну вот и... Так, ну, пушка, хорошо, но тогда у нас будет на, скажем так, основное блюдо, это у нас тогда будет мясо по-французски. Сейчас открываем заметки. Так, одну секундочку, делаем новую заметочку. Так, Новый год. Не, просто начнем вот так меню аккуратненько. Так, меню. Так, первое у нас мясо по-французски. Как по-французски. Так, с грибами и... ананасами. Так, хорошо. Основное блюдо мы определились. Тут у нас очень хорошее совмещение и мясного, и картошечки. Так, теперь давайте сделаем два салатика. Опять же, не хочу делать как бы больше, потому что я буду как бы один по-любому. И потом их есть еще там 5 дней. Как... Два таких, знаете, давайте таких два прикольных салатика. Оливье, ну это дефолт. Что-то такое хочется, а ну-ка. Так, знаешь, именно экстравагантное. Недорогое и экстравагантное. Скрупулезное.
новогодние салаты. 2024, прикинь, новинку сейчас будем делать. Всем привет. Сегодня приготовим 5 красивых салатов на праздничный стол. Ого, такие прям салаты, да? Это прям скрупулезные салаты, мне кажется. Каждый салат вкусный по-своему и прекрасно украсит новогодний... Тут пока почистишь коту граната. Красивых салатов на праздничный стол. Каждый салат вкусный по-своему и прекрасно украсит новогодний стол. Первым приготовим... Ой, все, снеговик. Он такой прикольный, кстати, да? Готовим салат-снеговик. Он красивый и необычный. А прикольный реально. Салат привлечет внимание не только детей, но и взрослых. Сам салат очень легкий приготовить. Брызольку не хочешь? Брызольку? Это что такое, братишка? Не знаю, даже такой салатик. А ну-ка, ну-ка, брызолька. Брызолька, брызолька. А ну, брызолька. Поэтому хочу этим рецептом поделиться сегодня с вами. Вот что для него мне понадобится. Мне типа больше всего альтернатива мяса по-французски. С куриным фаршем и грибами. Также мне понадобится... Ну, сыр аж мы так уверенный валяется, слышишь? Сливки, лук, сыр. И, конечно же, для... Так, лук... грибочки обжарили с цибулечкой. Собираюсь. Чики-чики-чики. Добавить сливки. И... Добавили сливочки. Яички аккуратненько. Ших-ших-ших-ших-ших. Типа блинчик, да, такой омлетный? Прошла одна минута. Переворачиваю на другую сторону. Прикинь, омлетный блинчик. Через секунд 30 снимаю блины с огня. Ну, для меня, конечно, блины это... Жарю следующий блин. Сковородку сливочного. У меня даже на антипригарной сковородке блины вообще не получаются. Вот блины, это прям, знаешь, типа это искусство должно у тебя прям так получиться. Ну, смазывать не буду. Это прям нужен очень такой скилл хороший. Лук для фарша натираю на самой мелкой терке. Так, лучок натерли, фаршик тыры-пыры-тыры-пыры, фаршик замиксовали. Готовы. Теперь очень нужно тонко смазать куриным фаршем. Грибочки с этим сырочком завернуть, да? Прикольная такая темка, кстати. Нужно их обязательно смазать вкусным соусом. Для этого в сметану добавляю сыр. Соус, прикинь, сыр со сметаной. Все размешаю и даже можно немного подсолить. Теперь все получится вкусная румяная корочка. Бризоли провели в духовке 35 минут, они полностью готовы. Ну, конечно же, все зависит от... Так вот, даже никогда не видел реально такого блюда. И что, смачно? Ну что, пробую. Такие горячие, но так хотелось попробовать. Ну как такую вкуснятину? Прикольно, да, но я понимаю, что с мясом по-французски надо будет меньше, потому что тут эти блины, чувствую, с ними я буду, наверное... Давление и украшение тоже несложное. Так, что это за интересный такой салатик? Сначала подготовим куриное филе для салата. О, филе фишки, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Нет, мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправу для курицы. Я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправы по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем, пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем. Так, хорошо, хорошо, ну-ка. Филе поджарилось с двух сторон. Наливаем в сковороду примерно полстакана воды. Ставим крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут. Угу, потушили, хорошо. Филешка, цибулька. И наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. О, цибулька еще вот эта маринованная. Все заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы растворились сахар и соль. И оставляем мариноваться на 10-15 минут. 2-3 вареных картофеля нарезаем сначала пластинками, а затем небольшими кубиками. 2-3 вареных морковки среднего размера тоже нарезаем кубиками. Морковки нарезаем кубиками, ну реально. 2 соленых огурца нарезаем сначала пластинками, а потом кубиками. 8 вареных яиц разделяем на желток и белок. Желтки измельчаем ножом. Белки трем отдельно на мелкой терке. Короче, вот это, кстати, такой салат, типа уматовый на самом деле. Вот, наверное, мы его и приготовим. Яичные желтки. Я по ошибке добавила целые яйца. Морковь. Одну банку консервированного горошка. Типа как оливьешка, но такая, типа, знаешь. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Все заправляем майонезом. И перемешиваем. Готовый салат выкладываем на большое круглое блюдо. Из салата формируем круг горочкой. Диаметр моего блюда 28 сантиметров. Сверху на салат выкладываем тертые яичные белки. Равномерно их распределяем по всему салату. Одну черную оливку разрезаем пополам. Это будут глаза снеговика. Так, обычные стики, ну блин, просто же они уже как бы все типа скурились. Вкладываем их на салат. Не поняла. Из вареной морковки вырезаем колпачок для елочной игрушки. Да, 2-3. Из морковки вырезаем нос для снеговика. Короче, делаем, мне кажется, вот этот типа салат реально. Кладем его на салат. Помидор черри разрезаем пополам. Делаем щечки снеговику. Также вырезаем тонкую полоску из морковки. Чтобы глаза красиво блестели, смазываем их растительным маслом. Также из оливки вырезаем бровки и кладем их на место. К концу салата кладем веточки укропа или петрушки.
Между ними выкладываем кружочек из морковки. Салат-снеговик готов, можно подавать на стол. Салат-снеговик получился красивым и очень милым. Приготовление несложное и продукты все доступные. Обязательно приготовьте. Так, хорошо, вот мне кажется, мы, наверное, вот этот салат типа и приготовим, типа снеговик. Он такой простой, это как оливьешка, просто внешне украшен типа вот так вот белком и как снеговичок. Короче, вот этот салат мы и приготовим. Так, салат-снеговик. Надо будет только это видео лайкнуть, чтобы я потом запомнил этот. Так, и нам нужен еще один какой-то интересный салатик, реально. Салат ананас неинтересный, салат волшебный. И последний, наверное, вот этот, который салат типа с гранатом, да? Ну, тоже заебись его делать. Ладно, летим дальше, посмотрим, что-то еще есть интересное. Салат стик... Что? Стиковик? Да, стиковик. Вот такую, да, сделать бы картошечку? Рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня буду готовить праздничный стол, который подойдет на Новый год и на любой другой праздник. В меню будет 3 салата, 2 холодные закуски, запеченный картофель дольками по типу картофеля по-деревенски и на горячее свинина. Начну с салата, который очень любят у нас в семье. Мы его называем салат Глория. Глория. Для приготовления салата мне понадобится 100 грамм сырокопченой колбаски, которую салатик. Я вот так нарезаю тоненькой соломкой. Кубиками режу крупненький такой вот помидор. Теперь сделаю яичные блинчики. Разбиваю 3 яйца, добавляю щепотку соли, немного черного молотого перчика и взбиваю все венчиком. Вот так берешь, жаришь, короче, яичницу, добавляешь креветки, соли перчишь, и потом просто пальчики ближешь. Ну реально, братуха, салат на Новый год. Делаешь омлет, добавляешь креветки, перчишь, потом просто пальчики ближешь. Здесь все и будет здесь внутри, братишка. На 2-3 порции яичную массу. Такие были скрупулезные. У нее блинчик. Я не добавляла масло на сковородку, она пока себя ведет у меня хорошо, к ней ничего не пристает. Масло ведет хорошо, блин. Но если вы не уверены в сковороде, то лучше сбрызнуть. Давайте дальше посмотрим. Вот дракон, а ну поехали. Это такая сейчас, что может там что-то интересное. Это кто такая? Как ее зовут? Что у нее за каналчик? Люда Изи Кук, позитивная кухня. Это такая шла, сейчас может там что-то интересное поднасыпать. И добавляю заправку. Подожди, куда добавляю? Мы что, ролик начали? Какая заправка? Стой, заправка. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на мой канал. Приближаются праздники. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще, на мой взгляд, замечательное меню, состоящее из 10 блюд на 8-10 человек. Читая ваши положительные отзывы и комментарии, очень помогают в поисках... Ну такая, видно, что уже, конечно, женщина уставшая немножко. Выглядит она просто великолепно, а на вкус еще лучше. В качестве основного горячего блюда предлагаю подать очень красиво рованную рисом. Она станет главным украшением салата. Не, у нас уже есть как бы основное блюдо. Салат «Коралловый риф». Ой, ёп, твою мать, название какое-то такое интересное. Предлагаю приготовить... «Коралловый риф». Вот мне интересно, вот как вообще думают, типа, название к салатам? Секунда наслаждения. «Коралловый риф». Салат «Полет в невесомость». Ну, как вот это все придумывают? Очень вкусный и красивый салат «Коралловый риф». Он смотрится очень эффектно благодаря своему удивительному декору. И этот салат привлечет всеобщее внимание. А готовится он проще простого. Проще простого? Светлая молния, прикинь, салат. Красный лук. Сырная шляпа. Ну, таких режу салатов. Его полукольцами. Выдавливаю половину сока лайма в лук. Можно использовать и лимонный сок. Добавляю сахар и перемешиваю. Готовлю заправку. В майонез добавляю йогурт. Перемешиваю. Так же начинается вот это сейчас. Натру на мелкой терке. Можно использовать и обычную. И добавляю паприку. Хорошо перемешиваю. По вкусу добавляю соль. По вкусу добавляю соль, одним словом, просто реально. Тонкой соломкой режу красный и желтый, разрезаю их и удаляю семена, чтобы убрать лишнюю влагу. Режу тонкой соломкой, как и перец. Как и перец. И теперь режу крабовые палочки. На крупной терке натираю сыр. У меня сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Это моцарелла, добавляю в миску маринованный лук. Немного его отжимаю и добавляю заправку. Хорошо перемешиваю. Салат готов. Подавать его можно просто в салатнице или красиво оформить. Я выкладываю салат в разъемное кольцо диаметром 16 сантиметров. Хорошо все прижимаю, утрамбовываю. Сверху выкладываю мелкие полоски красного и желтого перца. Делаю кружевной чипс для декора. В миску вливаю воду, добавляю муку и вливаю, перемешиваю до однородности. Я включила разогреваться сковородку. Она обязательно должна быть с хорошим покрытием. При приготовлении чипса будет сильно брызгать в сковородку вот такой сеткой. Завтра. Выливаю часть смеси на горячую сковородку. Идет интенсивное шипение. Жду, когда оно прекратится.
Сейчас огонь надо сделать тише. Огонь потише, потише немножко. Когда чипс обжарился, я смотрю, чтобы не было сырого теста. Снимаю его на бумажное полотенце. На бумажное полотенце, это очень важно. И хорошо промакиваю. Понимаешь? Потому что мы делаем сейчас кораллы. Перед тем, как жарить следующий чипс, надо вытереть сковородку от масла. Украшать салат кружевным чипсом надо перед самой подачей к столу, чтобы он не размок. Разламываю его на кусочки и декорирую салат. Великолепно! И также предлагаю вашему вниманию очень легкий и свежий салат с курицей терешкой. А ты заметил, кстати, она вот эту темку себе поставила на монтаже? И также предлагаю вашему вниманию очень легкий и свежий салат с курицей терияки в азиатском стиле. Он получается вот это интересно, кстати. Вкусный. Порежу 2 зубчика чеснока. Чеснок я режу средними кусочками и порежу примерно половину перца чили. Конечно, перец чили добавляйте по вкусу. Чтобы было острое. Я подготовила бедрышки. Фу, бедрышки, фу, ненавижу бедрышки. И удалила косточку. Буду делать с этим. Можно использовать вместо бедрышек филешку и куриное филе. Но с бедрышками получается намного сочнее и вкуснее. Режу бедрышки вот на такие полосочки. Приготовлю соус терияки. В миску вливаю 3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку кетчупа, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку лимонного сока. Хорошо все перемешиваю. Ну-ка. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла и отправляю обжариваться сначала чеснок и перец чили. Для аромата. Чтобы они дали свой аромат. Я ж повар, обжариваю в течение 1 минуты. Теперь добавляю порезанные кусочки курицы. Обжариваю их на среднем огне минут до полной готовности. Курица обжарилась. Посмотрите, она слегка стала вот такая румяная. И теперь самое время добавить в сковородку соус терияки. Делаю огонь тише и протушу курицу в соусе 2-3 минуты. Курица в соусе терияки уже готова. Сковородку выключаю. Салатные листья порежу. Так, ну такой салат, типа, интересный, но чуть не похож на новогодний. Закуска — фаршированные яйца. Ну это потом посмотрим, маринованные грибы. Так себе, овощное канапе. Буженина с курагой, черносливом. Неинтересно. Семга, так себе. Вот, смотрите, у нас есть, типа, мясо по-французски, салат снеговичок. Надо еще какой-то один салат и закуска, и все. Один салат и закуска надо. А ну. Всем привет! Друзья, ну какой же праздник без праздничных салатов? Что вы думали о таких салатах? Обязательно ставим лайки и не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить. Интересно, кстати, такой салатик, а ну-ка. Типа мячик волейбольный. Салат, елочная игрушка, куриное филе, морковка, яйца, вяленый чернослив, сыр, небольшая свекла, соль, майонез, репчатый лук. А ну вот можно, наверное, мне кажется, без чернослива. Потом будет как черные какашки. Для начала вяленый чернослив заливаю кипятком и оставляю в таком виде на 5-7 минут. Блюдо, на котором вы будете подавать салат, я его немножко смазываю майонезом и сразу придаю форму круглой игрушки. Вареное куриное филе мелко нарезаю, выкладываю его на блюдо и покрываю майонезом. Так, хорошо, филешечку мы накромсали, положили мазиком. Яйца я уже заранее отварила вкрутую, отделила желтки от белков. В блатную. На курицу на мелкой терке. Так, желтки воду, отдельно. Майонезом. Чернослив, мазик, морковочка, салат мазик. Покрываю натертым на мелкой терке сыром и обильно смазываю майонезом. Сырок, мазик. Уже зубочистый. И первый. Угу. И вот такая вот темка. Ну, визуально прикольно, но по вкусу, я думаю, с черносливом так себе. У обычного. Так, ладно, поехали дальше, посмотрим, что там еще есть. Что это такое синее? Что это вот это? Ну, это, мне кажется, наверное, либо картошка, либо какие-то ананасы. Ну, я их так вырежу. Зимняя метель. Копченая курица, морковка, плавленый сырок, яйца, соль, майонез для украшения. Синяя капуста. Где я такую возьму? Я такую где-то синюю капусту. У него одни те же тупо как бы... эти, подача типа этих салатов. Мазик вниз, пам-пам-пам-пам-пам, все слоями, тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры, синяя капуста, ляп-ляп налепили и полетели. Нет, пойдем дальше, посмотрим. Так. Что ты такое хочешь, знаешь, типа, элегантное. Ну, вот реально. Что-то такое, знаешь, скрупулезное. Типа шуба вот сюда какая-то. Это вроде с рыбой, да? Я, кстати, вот ее, наверное, мне кажется, никогда не ел и тем более никогда не готовил. Что это вообще за салат? Мимоза? Это с рыбой какой-то?
Всем большой привет, дорогие мои зрители. Да, Лёва. Зрители, сегодня я предлагаю приготовить один из самых любимых салатов. Это с рыбой, да, нет, с рыбой не хочу, с рыбой не хочу, честно. Не хочу с рыбой. Всем большой привет, дорогие мои зрители. Да, Лёва. Очень свято наближается, приближается мой самый любимый праздник году, а именно Новый год. И сегодня я хочу показать вам новогоднее меню, которое состоит из простых, очень вкусных, оригинальных и красивых блюд. На приготовление всего времени, может, конечно, вы не все блюда приготовите, но точно увидите. И начнем мы из простой, очень вкусной новогодней закуски, которая называется елочка. Можно взять бездрожжевое тесто. Сейчас уже не хочу работать. У меня сегодня бездрожжевое. И нужно его вот так вот раскатать в длину. И второй пласт такого же размера. Если у вас просто квадратное тесто, то вы сможете вот так вот раскатать его в длину. Раскатали. О, ну, с бекончиком неплохо. Чудесно. И на бекон я выкладываю квадратики сыра. Ну, так, неплохо, неплохо. Можно купить вот сразу такие нарезанные слайсы, тоненькие. Вот готово. Накрываем этой частью теста. А, ну, такая, да, аккуратненькая закусочка. В прошлом году я тоже делала такой вот классный пирог из слоеного теста в виде елочки. Но мне он очень сильно понравился. Я уверена, что если вы не видели, вам тоже понравилось. Ага. На ровные полоски. У меня, если честно, всегда проблемы с ровными полосками. Я уже вижу, да, там чуть. Мне главное никуда не спешить, тогда, я думаю, получится более-менее ровно. Теперь берем одну шпажку деревянную и одну полосочку теста. Из этой полосочки теста намечаем елочку. Основанием и вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот складываем. Получается такая у нас елочка. Теперь берем шпажку. Чуть непонятно. Прикольно, да. И вот так вот по центру проходимся. Ну, пока что непонятно. Легко, ну вот это хотя бы типа, что меня радует. Бам-бам-бам, все, уже елочка есть. И дальше немножко так вот ее распрямляем, потому что она при выпечке у нас увеличится. И вот такая у нас получается елочка. Так, хорошо. Получились, теперь ставим их в духовку, которая прогрета до температуры 220 градусов, верхний и нижний нагрев ориентировочно на 15-18 минут. Они у вас должны хорошо так подрасти. У меня такая самая, я пока там накладывал, пока разобрался, как там что делать, у меня такая самая там менюшка. Посыпаем специями. Я возьму маслину. Не, ну посмотрите, прикольно. Как красиво и как это легко сделать. А сразу плюс 100 баллов к новогоднему настроению. Прикольно, в принципе. Вот так. Как закуска, типа, реально легко и уматово. Ну, кстати, как закуска, реально прикольно. Вот мы с закуской, мне кажется, даже, наверное, и определились, скорее всего. А ну-ка, так. Закуска, елочка. Прикольно. Так, сейчас я лайкну, чтобы потом не забыть. И теперь не теряем время, сразу же приступаем ко второму блюду. Это будут новогодние пушистики. Нежности в этом видео просто ты шо? Натираю. Грузи хоть два вагона. Так, яички поднатерли. Один зубчик чеснока тоже натираю. Такая у нас получается пушистая стружка. И вот так вот сюда помещаем кукурузу. Шарик. Кстати, интересный вариант. Ну, очень красивый. Как закуска тоже такая. С зеленым цветом. И теперь я хочу вам как показать еврейский салат. Вариант тарталеток. Тарталетки всегда отличные. Вот, мы делали их в том году, тарталетки. Но они до Нового года уже все смякли, потому что я их сильно рано заполонил начинкой. Берем чайную ложечку. И вот так вот убираем. Так, а ну-ка, нам нужен какой-то салатик. Классика. Я уже показывала, как я готовлю селедку на канале. Ссылочка будет Опа, а ну. Приходите, у меня классический рецепт. Всегда так готовлю. Мятные бджолки возьмем, коровки, джека. А я же сегодня предлагаю приготовить закуску. Шуба не менее, чем шуба. Берем одну червоную цибульку, вырезаем вот эту вот сердцевинку. Берем одну червоную цибульку. Так, а ну, это же такое интересное. Чайную ложку яблочного уксуса. С хлебом, да, походу она будет? И оставляем равномерный розовый цвет. Три яйца нужно нарезать на кубики. Берем три кусочка ржаного бородинского хлеба и разрезаем на четвертинки. У нас получится вот шуба с хлебом? Квадратик. Подожди. Теперь берем филе селедочки, у меня была целая селедка, я ее очистила, и нарезаем по размеру вот этих вот прямоугольничек. Посмотрите, тут только водки не хватает реально, вот так на хлебушек, селедочку сверху, вот этот лучочек, цибульку вернее, все, пушечка. Берем половину замаринованной цибульки или чуть меньше, теперь тоненько ее, то есть меленько нарезаем. Добавляем 1-2 столовые. А, ну подожди, подожди. Добавляем цибульку к яйцам. Добавляем 1-2 столовые ложки майонеза. Также вы можете добавить немножко перца и соли. Но я не буду добавлять соль, так как уже селедочка и так соленоватая. Выкладываем яйцо
сверху. Ну, это как тоже, как такой бутик маленький. Выкладываем сверху кусочек селедочки. Сверху немножечко горчицы взёрнем. Это прям ленивая-ленивая шуба. И замаринованный лучок, который мы... Ай, вот как смотрится красиво. Не то, да, под водочку пушка просто, так закуска ебаная. Так как этот новый год зеленого дракона, поэтому мне хочется сделать ролл зеленый дракон. Я понял, пойдем дальше, дракон ты зеленый, мега рыночный. Салат ты будешь готовить чинеки? О, все, какой-то салат. Да. Наверное, сейчас будет. Стрих берем, чуть не готовить более праздничный. С вами приготовим очень вкусную картошку, поверьте, что она... Короче, я понял, малая. Всем большой привет, дорогие мои. Всем большой привет. Всем большой привет. Так, новогодние салаты. Давай, ну, нам нужен просто один салат, и все, новогодние. Такой какой-то, знаешь, именно скрупулезный, интересный. Уф, мама мия. Это, вот это интересно, а вот это вообще, ну, прикинь. Смотрим вот это первое. Это киви. Я знаю про это, прикинь. Я знаю, что такое киви. Если ты думаешь, я такой дебил, что не знаю, что это киви, вот это, скорее всего, чернослив какой-то. А це курага, наверное. Чернослив, да, огурцы, яичный желток. Ага, понятно. Всем привет! О, мы тебя здесь уже бачили. Так, хорошо, давай чуть... Цибульку замариновали, филешечку нарезали, яички поднарезали. Лука я слила. Лучок подзакинули, замиксовали все. Вот так, типа, в дракона выложили. Так будет сложно реально сделать. Сверху на салат. Ну, это тяжело будет так слепить его. Податливые, мягкие и очень пластичные. Так, ну ладно, это такой салат с киви так себе на самом деле. А ну-ка, вот это... Опять она, да, это малая, я понял. Температуры. То же самое, короче, все дело. Это цибулька. Тыры-пыры-тыры-пыры. Короче, все то же самое, только мы его так почему? Выложили, короче, как дракона, и огурцами вот так вот красивенько сделали. Небольшой. Прикольно, но с этими огурцами там ебут. Это такой один маленький салатик, реально. Не, ну оливьешка это такой, это типа дефолтик, потому не хочется такого ничего типа дефолтного. Так, мне на Новый год. Ту-т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 у. Салат из печени трески. Мне такое не хотел бы я на самом деле. А ну-ка. Всем привет. Сегодня вашему вниманию еще в приготовлении салат из так, свежих яйца огурцов. Потерли. Убираем середину с семечками, чтобы в салате не было воды. Угу. Тоже мелко нарезали. Уже креветки готов. Мелко нарезали. Добавила 150 граммов риса. Салат с рисом не хочется на самом деле тоже на новый год такой кушать. Чему же рыбную поляну? Всем привет. Вот давайте лучше, вот давайте рыбную поляну отвечаю. Сегодня готовим салат. Обожаю этот салат реально. Мама когда готовит, обожаю. Рыбная поляна. Это такой популярный салат в последнее время, что он популярный. Ну все, делаем этот салатик. Где мой телефон? Все, у нас тогда получается, пацаны, по основному блюду. Это мясо по-французски с грибами и ананасами. Салатик снеговик, закуска елочка и салат грибная поляна. Поляна. Так, дальше нам нужны будут фрукты по-любому. Фрукты, конфеты. Еще бы, знаете, что хотел бы? Тарталетки с красной икрой. Люблю красную икру, на самом деле. Да. Раньше ненавидел ее, даже особо даже никогда не пробовал. И потом как-то раз вот так вот ляпс-ляпс-ляпс, вообще вкусненькая темочка. Вот так просто хлебушек, маслечко и икорки красной. Ой-ой-ой-ой-ой, какой же это смак. Нереальнейший, да? Вы понимаете меня реально. Потому так вот сейчас сразу и пишу бутерброды с красной икрой. Черную даже вот на самом деле и не пробовал, но реально. Все, у нас просто новогоднее меню готово. Тогда мы будем, получается, 31 утром. Ну как утром, где-то, наверное, там, я, наверное, проснусь сразу же утром, поеду в магазин, потому что 100% будет. Надо будет, наверное, узнать, во сколько открывается магазин. Если там, наверное, в 7 утра, то уже надо будет, наверное, всем уехать, чтобы где-то, наверное, к часикам 9 к 10 уже запуститься кукинг-стрим. Мы тогда будем готовить мясо по-французски, потом салат-снеговик, закуска елочка, грибная поляна. И бутики уже там с икрой, как бы их можно там чуть ли не перед подачей уже аккуратненько фух-фух и намазать. Только где тут это все поставлю, я вообще не представляю. Типа нести стол с кухни сюда. Блин, ну я, короче, подумаю на самом деле об этом, потому... У меня уже хотя бы радует то, что мы определились с новогодним нашим меню. Реально. Правильно? Правильно. Жум, солишь, пердишь, и потом просто пальчики оближешь, реально. Типа там еще у нас будет такой, типа, интересный стрим, как бы с мини-играми интересными. Потому я думаю, там на кухне мне будет очень даже неудобно. А тут как бы будет нормально. Солишь, пердишь, и потом просто пальчики оближешь, реально. Да, конечно. Намечается аккуратненькое мясо по-французски с грибами и ананасами. По салатному отделу у нас намечается салатик-снеговичок и салатик-грибная полянка. По закусочным моментикам у нас закуска елочка и бутики с красной икрой. По сладкому столу у нас фруктики такие, как, скорее всего, будут мандарины, апельсины, бананы. И, наверное, скорее всего, я думаю, все. И, конечно же, конфеты. Куда же без них в новом году, без конфет, как говорится, чтобы подсластить немножечко переход с 23-го 24-го.
четвертый год. По алкоголю, наверное, возьму просто себе там бутылку шампанского, чтобы, как говорится, провести старый Новый год. И, наверное, либо какой-то бурбон возьму, либо какой-то вискарик. И все.